Так, закидываем на разделочную. Это мы ставим сюда. Нам нужна форма булочек 200 грамм. Приветствую вас, дружочки-пирожочки. Как вы думаете, во что мы сегодня играем? Правильно, это симулятор крематория. Но, конечно же, нет, это симулятор пекарни. Итак, у нас заказ 5 минут бейкери, 1 бронзовый хлеб. Давайте мы попробуем его приготовить. Так, здесь у нас находится что? Да, бронзовый хлеб. Так, у нас есть, я так понимаю, 8 минут на приготовление, но мы немного справимся. Так, 500 грамм муки нам нужно. Берем ложку огромную. Так, 100, 200, 300. Блин, нет, не сюда. Сорян. Ржаная мука. Раз, два, три, четыре, пять. Вода 300 миллилитров. Вода это у нас вот здесь вот. Раз, два, три. Далее, оливковое масло. 50 миллилитров масла есть. Дрожжи 5 грамм. Я выбираю здесь маленькие ложечки. Дрожжи 5 грамм есть. Соль. Соль тоже 5 грамм есть. Сахар 2 грамма. Раз, два. Мешать 30-50 секунд. Так, закидываем в наш миксер. Погнали. Главное не просрать время, чтобы хлеб у нас получился идеальный. Есть. Все, забрали хлеб бронзовый. Закидываем его сюда. Тарелку мы нашу оставим. Такую засранную красивую. Разделочная доска. Багет, батон. Круглый хлеб. Он, наверное, у нас круглый. Да? Да. Так, что? Это было легко. И это было тоже несложно. Так, пончик сюда. Чпок. Бронзовый хлеб, между прочим, у нас получился. Так, смешивание 30, это мы все сделали, форму выбрали, 200 градусов, 60-80 секунд. Открываем нашу печку, закидываем, закрываем. Время пошло. Так, эту штуку мы ставим сюда. Это нам нужно будет доставлять, бросить. Я не могу бросить. Видимо, нужно будет в нее сложить, а потом только на синий наш коврик. Как-то пекаренка у нас очень скудно выглядит. Я надеюсь, это ненадолго. Деньги польются рекой, и мы сможем немного больше. Выпекается, я просто проверяю. Просто проверяю, чтобы оно не подгорело. Если подгорит, это будет плохо. Я делаю один всего хлебушек, и тот подгорелый. Но кому это надо, вот скажи. Я не очень люблю подгорелый хлеб. Я вообще верхнюю корочку вот не ем. Я обожаю корочки, но не люблю корочка, которая вот сверху подгорела. Ну вот у кирпичика, допустим. Все, готово. Вынимаем. Вынимаем, чтобы не подгорело. Блин, смотри, красота какая. Замечательный. Замечательный бронзовый хлеб. Так, берем нашу коробку. Вроде все. Мы же все выполнили. Да. Погнали на доставку. Так, я в принципе вижу, нам ехать по прямой. Это вам, конечно, не GTA. Здесь все глючное, корявое, косое. Но они тут город прям целый отстроили. Ты посмотри-ка. Прям все есть. И это все ради пекарни. Просто чтобы мне этот хлеб отвезти. Хотя мини-карта периодически размывается очень сильно. Вот. И нахрен бы она нужна была. Ну ладно. Мост на окраине. Здесь с тормозами проблемы. Да. С тормозами явно проблема. Все, мы доехали. Бронзовый хлеб 100%, задержки 0, 60 баксов нам дали. Ну ладно, хотя бы так тоже неплохо. Назад в пекарню. 8 булочек для завтрака, 90. Ну 90 это уже хотя бы что-то.
Так, берем рецепт. Булочки для завтрака. Пшеничная мука 400 грамм. Мне нужно миску взять. Мне, я так понимаю, за каждый день убираться-то особо и не надо. У меня все это исчезает. Хотя я бы, наверное, хотел, чтобы здесь немножко все загрязнялось. Так, пшеничная мука 400. Мы выберем огромные ложки на 100 грамм. Так, пшеничная. Пшеничная это вот это. Раз, два, три, четыре. Вода 160. Это значит, мы возьмем вот так. 50 грамм. И еще десяточку добьем пятерками, да? Раз, раз. Готово. Так, молоко тоже 160. Раз, раз. Потом прибавим на полтишок. Да, шикарно. Дрожжи 16 грамм. Становится у нас все тяжелее и тяжелее высчитывать. Раз, два, три. Так, и 1 грамм. Сахара 8 грамм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, 20-35 секунд мы это все дело мешаем. Я же все сделал, да. Запускаем. Готово. Забираем. Так, закидываем на разделочную. Это мы ставим сюда. А, нам нужна форма булочек 200 грамм. Начинаем раскатывать булочки форма. А, опа. Раз. Блин, нам нужно 8 штук. У нас 8 получится, интересно. Я вроде ровно разделил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Подожди, 7 булок. 4, 5, 6, 7. А нам, блин, 8 надо. Ну ладно. То нам придется, наверное, еще один делать, да? Вот, раз. Два. Блин, а как мне на одну булочку потом насобирать, интересно? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А здесь их уже 8. Ладно, я особо не претендую. Главное, что 8. А то я переживал, думаю, как, блин, мне сейчас одну булочку эту сделать. Так, все готово. Закидываем, закрываем. Все, пошла выпечка. Ждем. 100% забираем. Оу, какая красота получилась. Красота невероятная. Я бы еще кунжута, конечно, добавил. Так, берем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще бы можно было делать автоматическую доставку, было бы вообще шикарно. Они вон всегда стоят, я не знаю, что с ними делать. Опа. Булочки для завтрака доставлено. Так, смотрите, 11 булочек для завтрака и фермерский батон. Так, подожди, я фермерский батон, наверное, хочу. Я, наверное, не смогу два взять заказа сразу или смогу? Так, 640 воды. Давай наш тазик сюда. 640 воды. Так, соточку сделаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, вот по 20. Раз, два. Так, ржаная мука 500. Я понимаю, у нас сейчас закончится. Будут заканчиваться продукты, нам нужно их потихонечку будет докупать. Хлебная закваска 300... Так, это что такое? Вот, хлебная закваска. 300 миллилитров. Раз, два, три. Много уходит. Пшеничная мука 320. Ага, мы и ржаную, и пшеничную используем. Так, ржаная мука. Она мне сейчас какая нужна? Пшеничная. Вот, пшеничная 320. Раз, два, три. Переключаем на 20. Так, и соль 24 грамма. Так, соль морская у нас. И 4 грамма. Раз, два, три, четыре. Все, 25 секунд примерно мы мешаем, да? Опа. Так, тесто мы забираем. О, его видно, его прям много.
Так, закидываем сюда, убираем нашу... Я не помню, как она называется. Блин, подожди. Нет, мне... Вот верни. Они не показывают фермерский хлеб, он типа квадратный, да? Батон. Фермерский батон, значит, нам нужен батон. Так, раз. Все, два получилось. Давайте быстренько сейчас составим, это несложно. Ну, хотя я не фанат вот мини-игр. Но смотри, мы типа делаем его круглее и приятней. Так. И у нас там еще шлепок остается, да? Блин, а с этим шлепком мне что делать? Неизвестно. Ладно, два батона. Забираем два батона. Закидываем. Да, ждем. 99-100. Достаем. Так, фермерский батон у нас есть. Две штуки классные. Хотя мы можем, по идее, типа взять еще один заказ, да? Или не можем? Доставка заказов. Нет, видимо, я не могу взять еще один заказ, хотя было бы неплохо. Ладно, берем коробку. Может, из-за того, что у нас ящик всего один. А, или его можно поставить и потом выбрать следующий. Нет? Нет. Странно, ладно, едем. Сладкие деревца. Интересно. Блин, карта размывается периодически. Я не вижу, куда ехать. Так, надеюсь, да. Веселые холмы. Может, мне немножко притормозить? Карта прорисуется. Так, аккуратно. Не забываем, что тормоза у нас не работают. Да, готово. 102 бакса. Блин, разрыхлитель появился. Треугольная булочка. Булочка для завтрака. Тестоделитель-формовщик. Блин, тут что-то дофига всего. Итак, дорогой друг, мы глянули с тобой симулятор пекаря. Если тебе понравилось, ставь лайк. Не забывай комментарий черкнуть, и мы обязательно продолжим. Если тебе, конечно, понравилось. Как я это узнаю? Только потому, что ты написал. Все, всего тебе хорошего. Спасибо, приятно было поиграть. Пока.